Михаила. Я в Анапе. Сейчас мы будем гулять по Анапе. Это моя семья. Папа, мама и Святослав. Ему годик несколько месяцев. Это столовая. Вот еще одна столовая. И еще одна. Это массаж с рыбками. Сейчас мы идем на пляж. Это, не знаю, столовая два дельфина. Тут перекусить. Мороженое. Кстати, в Анапе есть акции на мороженое. 5 шариков по 50, 6 шариков по 50, даже 7 шариков по 50. А иногда даже есть бесплатные шарики в стаканчиках. Я вчера вечером, когда гуляла с папой, мы это мороженое съели бесплатное. Отправляемся на пляж. Вот Анапка, речка. В этой речке водятся рыбки. Здесь плавать нельзя, но люди почему-то плавают. Неси, да, чипсы. Сейчас мы найдем место и будем располагаться. Сань, что у нас делать? А давай это. О, вон 5 шариков по 50 рублей написано. Это мой уже, наверное, 5-й день в Анапе, а всего мы здесь будем 13 дней, нам осталось еще несколько дней в Анапе. Ну, поедем домой. Вон там море. Вон один лежак стоит 50 рублей в час. Сейчас лежак стоит 50 рублей. Столько здесь людей.
Мы думаем, где будет. Здесь, либо здесь. Папа, помаши. Папа, помаши. А также с вами рядышком один Светик. На наши искатели едет фотограф Оля. Она будет делать очень много красивых фотографий. Так вот, если вы хотите также заказать из фото, чтобы ваших фотографий было больше, тогда машите рукой, обращайте на себя внимание, и тогда сможете... Вон там батутики всякие. У кого-то есть кукишины и коньки, а я буду плавать на матрасике маленьком. Не на нем, а с ним. Все, мы здесь будем, пап. Переодеваться, намазываться кремом. Вот, здесь мы садимся. И плавать. Вот здесь, там есть всякие аттракционные дракончики, вот таблетка и так далее. Чамбо, бвана, аваригани, нсури сана, вагени, муакарибишва, кеня ету, акуна мацатам.